Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия, я детский педагог-психолог. Сегодня я хотела бы вам рассказать о трех простых способах, как лучше узнать своего ребенка. Как вы знаете, в своей работе с детьми я люблю использовать арт-терапию. Это мне помогает лучше узнать ребенка, его интересы, страхи, а также то, что сейчас актуально для него. Первый простой способ – это автопортрет интересов. Попросите ребенка изобразить себя с помощью вещей, которые ему нравятся. Например, если ты любишь машинки, то изобрази колеса машины в виде глаз. Если ребенок любит сладкое, то сладковато может быть в виде волос и много другое. Вот картинки, которые мне нарисовали дети в лагере, где я проводила занятия по арт-терапии. Если ребенок очень любит лепить или рисовать, вот он изобразил глаза кусочками пластилина, а волосы карандашами. А также есть рисунки, где присутствуют следы кошек. Это говорит о том, что ребенок очень любит домашних своих животных. Так, с помощью портрета интересов вы узнаете, чем больше всего нравится заниматься вашему ребенку. И надеюсь, что вы разделите с ним его интересы. Второй простой метод – это рисуем свои планеты. Предварительно с детьми я поговорила о прекрасном произведении «Маленький принц», где у каждого персонажа была своя планета. А потом мы начали рисовать свои планеты. Обозначить обязательно нужно связь между ребенком и планетой, которую он рисует. Например, если ты любишь деревья, то на планете твоей могут быть одни деревья и так далее. Приведите ему пример, а дальше смотрите, как разыграется его фантазия. А дальше самое главное, вам нужно задавать как можно больше вопросов. Кто живет на этой планете? Дружелюбные ли там жители? Или они злые? Приглашают ли они других гостей в гости с других планет? Чем они питаются, чем занимаются, кого они любят, с кем дружат, с кем не дружат. И все, что только вам придет в голову, все, что вы хотите узнать о своем ребенке. Ребенок, конечно, может ответить, что не живет только он. Например, вот на этой картинке планета «Страна цветов» Вика сказала, что там живет только она. В этом случае стоит насторожиться, так как ребенку сложно устанавливать дружеские какие-то контакты со сверстниками. Мальчики в основном рисовали футбольное поле. Девочки были более склонны к изображению творческих планет. Например, планета танцев, арт-планета, планета-путешественница, которая сама передвигается во Вселенной. Также были очень интересные философские планеты. Например, мальчик нарисовал планету «Грусть и радость», где грустные люди пытаются огорчить веселых, а веселые развеселить грустных. Но ребенок может изобразить несколько планет, как вы видите на этом рисунке. Обязательно спросите, дружат ли эти планеты, как они связаны. И в этой методике самое интересное вы узнаете из рассказов детей о своей планете. И третья простая методика – это несуществующее животное. Попросите ребенка изобразить животного, которого нет в природе. И дальше не вмешивайтесь в процесс, потому что ребенок в основном они смешивают и скрещивают других животных. Но это у кого насколько фантазия есть и разыграется. И не надо там обязательно говорить, что это уже есть, этого нет. И не вмешивайтесь в общем в процесс. Дальше пусть ребенок даст имя своему животному и расскажет про него, чего он боится, кого он любит и все, что вам только придет в голову. Задавайте как можно больше вопросов, потому что то, что ребенок будет рассказывать про свое животное, это он будет рассказывать на самом деле про себя. Вот такие простые занятия вам помогут лучше узнать своего ребенка. А с вами была Юлия, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!